что никогда за всю свою сознательную жизнь особо не обращала на это внимания. Но, видимо, всему свое время. А сейчас, знаете, что я стала замечать, что меня прям дико вымораживает. Но это всегда так. Там надо все стадии пройти до принятия, прежде чем как бы... Ну, вы поняли. Меня очень дико вымораживает, когда от меня, блядь, что-то хотят, блядь. Что-то меня все время развести пытаются. Вот вообще не важно, на деньги, на мое время, на эмоции, на общение. Вот когда, знаете, не искренне это происходит, знаешь, когда человек как бы, ну, реально на тебя смотрит, как на отдельного индивидуума, на личность, знаешь, а как на закрытие каких-то своих собственных внутренних потребностей, и это вообще так бесит.